Привет всем моим постоянным зрителям и подписчикам, с вами Мегатрон. И наконец-то я делаю прохождение второй части Крэша Битва Титанов под названием Повелитель Титанов. Итак, почему я так долго не делал спустя после момента, как я прошел первую часть? Ответ простой, я нигде не мог найти версию полностью русскую, были только переведен интерфейс, текст и все, а разговор персонажей, диалоги... Ничего этого не было. Вот, но я так расстроился, что и забил на вообще на всю серию игр Crash. Вот, те, что я прошел, я выложил, и вы можете сейчас и смотреть. Ну вот, и вот сейчас я на днях буквально лазил в интернете, думаю, ладно, делать нефиг, поищу. Вот, знал, что опять буду находить те же самые ссылки, на которых я находил обычные русские версии. И вот раз вижу, вот нашел, думаю, может, чувак прикололся. Зашел по ссылке, написано полностью озвучка текстовая и русская. Вот тогда у меня было радости, я не знаю как это вам писать, короче, радости полные штаны, как говорится. Итак, я скачал, думал так, проверю. Зашел в новую игру, как всегда, ну, посмотрел начало именно диалога с персонажами. И действительно, полная русская озвучка. Вот. Так что наконец-то я делаю полное прохождение второй части Crash Битва Титанов. Полностью на русском. Ну что ж, как говорится, по моей традиции, заходим сначала в настройки. Ну что ж, широкий экран нам не нужен. Звук записываем в стерео формате. Вибрация нам не нужна, поскольку я, к сожалению, прохожу не на геймпаде. Прогрессивная развертка. Зачем она нам была? Титры посмотрим уже, когда будет конец игры. Ну что ж. Итак, выходим отсюда. Ну что ж, начинаем новую игру. Ну что ж, как себя подписать-то? Ну, подпишу, как и в первой части. Так, надеюсь, у тебя тут все буквы хотя бы есть. Вы чё? А, тут менять. А, я понял, это менять типа. Ага. Оу. А, тут можешь еще и большими делать буквы. О, вообще супер. Когда извиняйте. Сейчас, секундочку. О! Вот так будет вообще круто. Так, дракон. Ай-яй-яй, извините. Прохлекал. Так, дракон. Окей. Так, ну что ж, подтверждаем уровень сложности. Да зачем вам стоять эти долгие битвы и бесполезные... Короче, вы поняли, так. Вот, так что, думаю, сюжет нам важнее, поэтому выбираем минимум сложности. Так, ну вот, как видите, я ничего не проходил. Все по нулям, я так просто зашел, чтобы проверить эту русскую озвучку. И чувак это не соврал, ему я вот... Я там так благодарил на том сайте, когда его... Что он такое выложил. Вообще жесть. Вот везде только с русскими... с русским интерфейсом только были везде версии.
И она только одна, единственная по всему интернету. Я лично все обыскал, и только там это единственная ссылка с полностью русской озвучкой. Кому надо, могу скинуть. Ну что ж, перезаписываем данные. И полетели. Ну что ж, вот мы и начинаем. Итак, мы сейчас в домике у нашего Крэша. Ну что ж, посмотрим, что тут у него есть. Так, детские рисунки. Так, они у нас пока не закрыты, да? Ну да, поскольку у нас сейчас только начало игры, как бы. И надо, наверное, открываться попозже. Давайте все, обследуем. Ясно. Значит, все, здесь все только откроется позже. Ладно, ну сейчас смотрим в сундук. Так, классический костюм Крэша. Еще и костюмчики есть. Зеленый Крэш. Синий Крэш. Красный Крэш. Язвила, хладокрыс, мармадон, скелет, вредим. Вау! Значит так, обычный Крэш. Ну, поскольку первую часть мы уже прошли на обычном Крэше, думаю, вот это уже будет неинтересно. Итак, что еще есть? Зеленый. Люблю, конечно, зеленый, но нет. Синий, красный. Вот эти... О, красный. Люблю красный. Обычный облик Крэша с ослепительной улыбкой, но в красном цвете. А в зеленом... А, тут все... Ага, хорошо. Я понял. Одеваем костюм с красными труселями. Точнее, бриджами, как бы сказать. Ну, не знаю. Тут труселя, бриджи. Без разницы. Итак. Значит, мы переоделись. Что у нас дает? Это печка. Или не знаю, что это за маска. А, понятно. Описание монстров, которые будут у нас в этой игре. Окей. Вперед! Он попался! Так. Ну тут, конечно, разработчики все перерисовали, всех персонажей и так далее. Фух! Ладно, выходим. А, стоп, стоп, стоп. Моджи. Надо забрать моджи. Так, я до сих пор. Я помню, как эти кристаллы называются. Это моджи. Я не забыл. Ну, столько времени прошло уже, как я прошел первую часть. Да-да-да, это сохранялка, я знаю. Но мне она сейчас не нужна. Или она на автоматом сохраняет, я уже тут не знаю. Ешь. Так, ну что ж. Ну что ж, давайте собирать эти моджи. Обследуем наш новый игровой мир. Так, ну, конечно, я сейчас иду не в ту сторону, которая надо. Но я просто сейчас так бегаю, чтобы собрать моджи. Так, все. Все, тут мы все взяли. Так, ну, как я думаю, в речку наш Крэш не заходит. Опа, зашел. Красавчик. Окей. А то я помню, как он был... В обычной трилогии топился и все пойдет в воду. Думаю, вы это тоже помните. Кто играл на первой PlayStation. Да, а то было, конечно, времечко. Помню, как всегда заходил в клуб, где были эти PlayStation, там столько малышни сидело. Ну, в принципе, я тогда тоже был как бы малышней. Тоже рубился в крыжоночке и так далее. Так что... А
сейчас ностальгия, это супер. Так, удары нам все еще доступны. Окей, так, прыжки, управление. Так, ну на тени не обращайте внимания, как бы как, это баф, как и с первой части. Ну думаю, проходите игру, он так не особо мешает, как бы. Ну подумайте, тени такие. Их, конечно, я могу убрать, для этого нужно ухудшить графику. Но смотрите, расплывчатые контуры и так, детализацию, чтобы все было размыто с такими линиями непонятными. Такое вам, думаю, не надо. И это что-то все-таки ради того, чтобы убрать эту тень. Я так я говорю, думаю, дебилизм. Так, значит, нам нужно к сестренке идти. А вот наш друг из четвертой части прохождения Крэша. Думаю, вы его помните. Так, вот имя его я забыл. Так, честно, что-то вспоминаю, но сейчас вспомню, когда... А ну, стоп. С тобой нельзя поговорить, да? Жалко. Блин, забыл, как тебя зовут, чувак. Реально, много времени прошло, я прошел как бы, с первой части. Так, ладно, собираем моджи. Ладненько, так, еще собираем. Так, вы решили извинять, что я сейчас не выполняю как бы основной квест, а тут брожу. Просто я действительно, я не верю, что я сейчас прохожу вторую часть с русской озвучкой. В принципе, сейчас вы в этом сами убедитесь. Так, ладно, сейчас проверяем дополнительные клавиши. Они у нас пока мне ни за что не отвечают. Стоп. А, это защита, да. Надо будет запомнить, это защита. Окей. Так, сейчас подождите секундочку, я кое-какие настройки переправлю. Ну что ж, я снова с вами, итак. Все, настройка переправлена, все работает. Окей. Ну что ж, а теперь, как я обещал, наслаждаемся русскими... Чего, хотел сказать субтитрами, господи, не дай бог. Русской озвучкой. Глупая штука, работай! Ой, нам надо прибраться! Тут полный кавардак! Кто же нас заставит? Ты? Вряд ли. Ладно, так и быть, скажу банальность. Пейте лимонад, там витамины! Флай! Стой на месте! Если глаз гроботроника заработает, у нас будет лучшая игрушка всех времен. Она будет закачивать фильмы, крутить игры и намазывать масло. Это же настоящий прорыв! Звучит неплохо. Масло? Откуда это взялось? Ничего не помню. Странно. Откуда оно взялось? Крэш, чтобы оно заработало, мне нужны детали. Вот список. Сперва мощнотрон. Он у моего дома. Ну что ж, я надеюсь, вы это слышали, да? Вы это слышали? Да, это русская озвучка, да. Вам не слышалось? Это полностью русская версия второй части Крэш Битва Титанов. Ну, точнее, уже Повелитель Титанов, как бы так сказать. Если быть точнее. Фух, ну что ж. Теперь, надеюсь, не только у меня одного этих люди. Это действительно русская версия, с русской озвучкой. Без субтитров, только озвучка. Ой, блин, я капец, я так счастлив вообще. Так. Ну и что это даст нам? ХЗ. Так.
Так, а нужно в другую сторону, да, как? А ну, может быть, крутануться или что-то сделать. Ничего. Ну и фиг с ним. Поскольку я сейчас играю не на геймпаде, поэтому на клавиатуре трудно быстро сделать круговую комбинацию. Так что уж извиняйте. Фух. Но это нам не мешает вообще суперски проходить эту игру. Итак. Игра не лагает. Все идет отлично. Фу, не дай бог. Так. Вперед, конечно. Собираем отжиг для получения улучшений, само собой. Иди ко мне, пупсик. Я вас очень люблю. Ну давай. Вот и все. Как говорится, в этом краше лучше всего собирать моджо, и нам очень хорошо прибавляют способности. Потому что пропускать нежелательно. Потому что для финальной битвы они, конечно, пригодятся. Чтобы выполнить атаку с вращением, быстро вращай левый аналоговый джойстик. Получится очень сильный удар. А еще так можно быстро собрать моджо. Я бы с радостью это сделал бы. Аку-аку, я бы с радостью бы это сделал. Но у меня нету джойстика. Неплохо, Крэш. Эта штука удвоит количество добываемых моджи. Действует она недолго, так что поторопись. Да я знаю, что недолго. Так, я, конечно, впервые тут упал. Потому что я хотел сделать прохождение обычной версии с, ну, без озвучки, а так просто сделать. Так, но потом передумал, думаю, нафига, ну оно надо, действительно. Без понятия сюжета проходить игру как-то не очень. Ну вот, так что теперь я наслаждаюсь, надеюсь, вы тоже. Так, собираем еще одну часть деталей. Так, ну думаю... Ну ладно. Так. Тут главное не упасть, конечно. А то Крэш это может. Так, тут есть один момент, в котором я не понял, как нужно, конечно, прыгать. Сейчас, думаю, я исправлю эту ошибку. Ладно, сейчас. Идем вперед. Вот так. Забрались наверх. Чтобы выполнить прыжок с вращением и забраться повыше, вращай левый аналоговый джойстик и нажми кнопку X. Сейчас будем пробовать. Действительно, вот сейчас будем пробовать. Да, без геймпада это очень круто. Ну а забраться нам туда крайне необходимо. Блин, не получается на кнопках это все быстро нажимать. Ой, как жалко, а? Так, ладно, сейчас я попробую запрыгнуть, когда запрыгну, я включу запись.
Фух, дорогие друзья, да. И на это время у меня ушло буквально минута. Я быстренько раскрутился и запрыгнул. Так, ладно, ну сейчас я еще раз попробую, действительно. Надо как бы закрепить пройденное. Действительно, я делаю это на клавиатуре. Так, значит, просто так мы не запрыгнем. Итак, раскручиваемся. Сейчас. Ай-яй-яй-яй, сейчас получится. Так, у меня это получилось, вы сами видели, я был на вершине. Так, ну, поскольку я сейчас записываю голос, вы можете слышать, как я нажимаю сейчас на кнопки на клавиатуре. Итак. Да ну блин, ну что ж такое? Или это закон подлости, когда я записываю, ты не хочешь запрыгивать? Ну ладно, я сейчас все равно заставлю это сделать. Опа-на! Вы это видели? Да еще с кувырком. Вот такого у меня еще не было. А ну сейчас я тут попробую так распрыгнуться. Блин, мне хочется еще раз запрыгнуть. Сейчас, все, это последний раз, и я иду дальше. Тут уж не извинять, ну действительно. Прикольно так. Так, сейчас. Раскрутка. Да ну что ж ты будешь делать, а? Так, ну сейчас уже, конечно, что-то не получается. Ну ладно. Быстро раскручиваемся. Опа! Фух, получилось. Самое главное, чтобы у нас не было мистинное время. А то вот так я, конечно, буду провтыкивать. Так, ну если что, у меня, конечно, есть дружбан. И если сильно будет какой-то напряг по какой-то миссии, то я пойду и возьму у него геймпад. Если так, конечно, придется сделать. Вот, ну я думаю, обойдемся без этого. Итак, как я и говорил, поехали дальше. Аккуратненько, аккуратненько. Не понял. Гоните мне моджо. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну да ладно, самое главное, что мы взяли моджо. Так, ну че, я пропустил. Но ничего страшного. О, яблочко. Яблочко, как всегда, дают нам жизни. Но поскольку у нас еще жизнь полная, это нам как бы особо не нужно. Так, а я думал, для чего нужна эта пружинка. Ну да ладно, идем. Аккуратно, аккуратно. Опа, дошли. Так, мы дошли. Ее чуть не упал. Ай! Фух ты, опа. Ой-ой-ой, что это за скотыняка такая? А туда наверх можно запрыгнуть? Сейчас раскрутка.
походу нельзя. Ну да ладно. А что теперь? О, тебя можно разбить. Это хорошо, это плюс. О, все-таки можно запрыгнуть. А как я так делаю, что он назад так классно прыгает? Действительно, я пока весь вот это не врублюсь. Вот в это я сейчас действительно пока весь не въехал. Ну нет, ну зачем ты упал? Ого, я сразу здесь. Вау. Ой-ой-ой. Так, взяли удвоитель Моджо. Да-да, яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, пока у нас есть удвоитель, выбьем из одуванчиков наше усиление. Так, давайте мне всю шею насобирал. Мне нужна какая-то новая атака. Знаете, тут, конечно, если оценивать, точнее сравнивать, ну, первую со второй, то мозг набирается как-то медленнее. Это меня настораживает слегка. Ай-яй-яй-яй. Блин. Не заметил. Ну да ладно. Я пока здесь разыгрываюсь, так что. О. О, а что нам дает? Дает эта штуковина. Not bad. Так, что это? Ага, так у нас теперь есть сохранялки в любое время. Ага, я понял намек. Окей, сохранились, идем дальше. Не успел ты, чувак. Опа-на. Ага, о, фью. Близь. Опа-на, супербуцы. Моджо, давайте мне моджо, моджо, много моджо. Так. ТНТ, ноу! Крэш, покружись на вершине этой штуки, тогда она заработает. Что-что, крутиться ты умеешь. Ну, конечно, в этом я мастер. Вот так. Значит, для того, чтобы сильнее отпрыгнуть, нужно сильнее прыгнуть на эту пружинку.